Всем привет! Сегодня 24 марта 2016 года. В Калининградской области наконец настала весна. Уже подходит под конец месяц март. Сейчас будет скоро месяц апрель и посевная. На сегодняшний день занимаемся мелиорацией. Опиливали дороги, подготавливали. И сейчас занимаемся выкорчевкой нового поля. Здесь раньше ничего не делалось, было все поросшим боярышником. Сейчас палим кусты. Вон. Видно. Погрузчик. Вот эти наши ветки. Рядышком поле, на котором был рапс, мы косили, потом посеяли пшеницу. Так как снега зимой у нас не было, а морозы были, все поля голые у нас. Будем пересеивать на следующей неделе. Ну а сейчас я работаю в качестве пожарника, поджигаю эти ветки. У меня в прицепе лежат баллоны, вот, если видно их, уже почти не осталось. Еще на две кучи осталось разжечь. И пока погрузчик бортует, я сижу на капоте трактора «Беларусь» и загораю, радуюсь солнечному деньку. Завтра пятница, будут выходные, надеюсь, теплые. Вот такая вот у нас прекрасная сегодня погода. Спасибо всем за внимание. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки. Всем пока.